Так, у нас здесь какие-то новые личности. Кто ты? Скап, Даниэль, Дженни, Джена, Гена. Гена, блядь. Гена, блядь. Ладно. Ёб твою мать, что тут у нас? Кровь, качать других, чё? Качать других, эй, бля, насосы их, чух-чух-чух-чух. Типа вот это? Что значит сбивать с толку, блядь? Тахлия, блядь, Тахлия, нахуй, ёб твою мать, что с твоим именем, Тахлия? Мама. Понимаю. Так, пойдемте смотреть, что у нас тут вообще. А я должен себя закрывать? У нас тут прям какая-то мега темная локация. Пошлите, наш цирк. Только тут очень темно, как я считаю. Тут не хватает освещения. А, это первая комнатка с куклами. Так. Кто-то недолюбливает Капа. Кто-то из вас недолюбливает Капа. Как понять корпуса? Блять, по лампочке только если... Чё тут? Мечи. Здесь у нас кто-то недолюбливает Би, пчелку. Кто-то недолюбит Капа и пчелку. Нифига ты красивая. Ауи. Красиво. Так, пчелку и Капа. Вообще не понимаю ничего. Пчелку и Капа. Эй, блядь, ты что тут делаешь? Ты что, совсем охренел, А, это клетка. Это вот про эту клетку говорят, да? Понял. Клетка. А это третий корпус, да? Ирис. Ирис сидит. Понял. Так. Это Ирис сидит. Почему они с неба падают? А-а-а, вижу. Все вижу. Почему кровь любят? Я вот, кстати, не понял. Почему любят кровь? А, вот это типа не должно быть, да? Вот это. Понял. Вот эта пентаграмма на полу не должна быть. Ну чё, поехали. Надо закрываться. Всегда. Чтоб нас не убили. Так, любит кровь сидеть в клетке. Именно сидеть в клетке. Не сажать в клетку, а именно сидеть в клетке, да? Все, кто любит Капа и пчелку, мы не берем в расчет. А как вот это исправить? Вот это вот мне... Мне вот это не нравится. Потому что когда я двигаюсь, оно у меня исчезает. Я не помню, чтобы у меня это было в прошлый раз. Ой, блядь, это что такое? Ёб твою мать. Что такое? Что такое, блядь? Где я, блядь? О, шо это? Тут, кстати, ярче стало. Раз, два и три. А, четыре! И шо это? А, еще есть твик. Еще есть твик. Господи, как тут все очень красиво. Короче, в принципе, все. Кровь. Кто-то из вас любит кровь. У нас три девушки осталось. Сажать в клетку, сбивать с толку, карусель, качаться, ножи, пушка. Я не очень понимаю, почему сидеть в клетке именно. Именно сидеть в клетке. Потому что у нас сидит в клетке Ирис, как я помню. Она именно сидеть в клетке. Би, Кап и Твик. А, блядь, вот это Ирис как будто. Слушайте, она сидит в клетке. Ей нравится сидеть в клетке. Ей не нравятся те, которые, блядь, были разбиты. Она любит кровь, любит мечи. В принципе, она прям больше всех подходит. Пока она у меня главный подозреваемый. Я закрыл? Не закрыл. Понял, спать. Что-то еще изменилось? Сбивать с толку, блядь. Что такое, сука, сбивать с толку? Не нравится качаться. Откуда мы, блядь, понимаем, что ей не нравится качаться? Вопрос, блядь. Ей не нравится качаться, блядь. А как ты это, блядь, понял, блядь? По второму часу. Ужас. Вот стало ярче. Вот это мне нравится. Так. Все сидят. Все тут сидят. А чего вы такие красивые-то все стали? Я не понял. Мне нужно... Нихуя ты чё стоишь, Ты чё в полный рост ты стоишь, нельзя...
Запрещено. Так, вот тут должны были качаться люди на карусель. Так, в принципе, я понял эту локацию. А, это типа... Это скример был, да? Так. Я думаю, это Ирис. Блять, ей нравится сидеть в клетке. Тут написано, блять, нравится сидеть в клетке. Сидеть, блять, не сажать, а сидеть. Значит, блять, она любит сидеть в клетке, ёб твою мать. Так, короче, блять, это вот три под подозрением. Вот эта троица под подозрением. Ирис топ-1 под подозрением. Потом идет Ташлия, блять. Ташлия. И Вик. Так, я закрылся, да? Все. Да. Все, спать. Качаться, сидеть в клетке. Шарики. Мячи. Шарики. Пойдемте посмотрим на шарики. Как они выглядят. Ага, вот, то есть, если вначале вот эти шарики. Мне достижения дадут, если я все лопну, да? Или скример будет? Так, Ирис все еще в клетке. Я все еще думаю, что это Ирис. Но достижения же должны дать, да? Ненавистник шариков, да? Я прям уверен, что это Ирис. Я просто жду каких-то прям таких железобетонных доказательств и смотрю. Я не знаю, что такое сбивать с толку. Я не понимаю, что такое сбивать с толку. Блять, хоть убейте. Что такое сбивать с толку? Так, что-то новенькое, да? Качать других. Что значит, блять, качать других? Сидеть в клетке. Пушка ей не нравится, ебать. Понятно. Качать других. А, все, вижу, 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 вижу. Все, качать других. Я увидел, качать других. Я тебя вижу. Че ты там сидишь, а, в машине, а? Бля, как-то стрёмный пипец. Такая просто сидит у меня в машине. Кукла. Качать других ей не нравится. Все, ей не нравится качать других. Но я все равно знаю, что это Ирис. Я просто смотрю. Я хочу найти какие-то прям железобетонные доказательства. И вообще посмотреть на все остальные пункты. У нас еще куча времени, поэтому закрываем дверь. Фейерверки. Все, понял. Это не пушка, это фейерверки. Кровь, качать других, сбивать с толку, сидеть в клетке. Качаться. Пушка. Прятать других. Так, фейерверки. Что такое фейерверки? Им всем, им обоим нравятся фейерверки. Но это все равно Ирис. Просто потому что она сидит в клетке. Покажите мне фейерверки. Ага, вижу. Спасибо, красиво. А, Хэви может катается, нет? Джейк, 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 Джейк. Что это было? Какая-то облачко просто типа было. Это типа страшно? Вот это я понимаю. Что значит прятать Даниэль? Даниэль и Джейк. 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 Закрой дверь, пожалуйста. Даниэль и Джейк. Даниэль и Джейк. Так. Даниэль, блядь. Любит Даниэля. Ну, блядь. Все, это Ирис. Я это понял еще где-то, ну, здесь в первом часу. Все, закончили. Дверь закрыл же, да? Все, закрыл. Спать. Это Ирис, это было понятно, вот как я увидел, что она сидит в клетке. У нее написано, что, блядь, любит сидеть в клетке. Не прятать в клетку, не сажать в клетку, а сидеть, блядь, в клетке. Давай, удиви меня. Все, это на первом часу уже понял. Так, разблокирован новый уровень сложности, спасибо, Ирис, да, я знаю. Все. А вот теперь начинаем наш детективный триллер. А чё у меня мышка опять поменялась? Вот они наши как раз господа, все с теми же именами. И нам надо понять, кто из них сейчас будет импостером. Ставим ставки. Ставим свои ставки на то, кто это будет. Либо дамы, либо пацаны. Я почему-то думаю, что это будет наш красивый Джейк. Наш красивый мим. Такой прям вытянутый. Красивенький, я думаю, это Джейк. Я не знаю, почему я хочу думать, что это Джейк. Пушка! И кого ты там посадила? А, типа не стрель... А я могу стрельнуть, да? Давай. Бли! Не? И спасти не могу. Так, любит пушку. Это я понял. Кто у нас сидит в пушке?
Так, недолюбливает Джейка. Джиселла сидит у нас в пушке, наверное, да? Ебать, закрываемся на замок. Так, начинаем думать. Джейка у нас не должны любить. Это во-первых. Во-вторых, она любит пушку. Надо запомнить. Так, значит, все, кто не любит пушку, мы вычеркиваем. Все. Пушка намного кого вычеркнула. Ну и, в принципе, на данный час довольно-таки нормально мы идем. Нам надо в следующий час посмотреть, что у нас там будет. Мячи появились, ага. Пушка все еще не стреляет. Появились мячи. Опа! Джейк и... Показалось. Джейк и Люк. Люке. Лука. Джейк и Лука. Ну, тут все как было. Шарики и Лука. Ну, мячи. И кто-то не любит Лука. Давайте по поводу Луки определимся. Так, и шары. Мячи, точнее. Так, Джейк у нас, кстати, все еще под подозрением. Он, может быть, сам себе разбил стекло? Так, ну, в принципе... Сбивать с толку! Слушайте, а может сбивать с толку, это как раз и забивать витрины? Самому себе. Вот это интересная задумка. Так, ну, в принципе, все. Я закрылся? Нет, не закрылся. А вот теперь закрылся. Следующий час, нам надо больше, больше знаний. А что-нибудь изменилось вообще, нет? Опа, ирис. Кто-то не любит ирис. Запомнили. Ириска. Кто-то не очень любит ириску. Никто не качается. Никто не качается. Зато кто-то не любит ирис. Так, ну с этими ничего не изменилось. Бинг нахуй. Ну и был бы тут порядок, я бы сказал порядок. Кто-то не любит ирис. Так, и... Нету ирис. Запомнили мы тебя, Джек, мы тебя запомнили. У нас три подозреваемых. Нам надо больше сведений просто. Опа, это фейерверки, да? Да, это фейерверки. Добавились фейерверки. Может, еще что-нибудь? Просто добавились фейерверки. Так. Нету ничего про фейерверки. Мне нравятся фейерверки, это не Джейк. И сидеть в клетке, карусель, карусель, прятаться, качаться, кровь. Вот кровь будет решающей. Если появится кровь, то кровь решающая. Ждем еще изменений. На сколько? 4 часа. Так-то долго, долго, долго. Но у нас два подозреваемых. Блять. Вот это хороший скример. Не заметил. Вот если бы он еще побежал на меня, вот это было бы вообще. Я бы сейчас так напрудился. Так, ничего не изменилось. Ни пентаграмм, ни исчезновений, ничего. Просто ничего. Вообще ничего. Ну надо выбрать из этих двоих кого-то, кто больше подходит по описанию. Смотри. Ей нравятся фейерверки, мечи, шарики, пушка, ножи. А как, блядь, понять ножи? Ножи, блядь. Как понять ножи? Сажать в клетку, сбивать с толку и кровь. Как понять ножи? Фейерверки, мечи, шарики, пушка, ножи, качать других, прятать других. Других никто не прятал, сажать в клетку и сбивать с толку. Так, я закрыл дверь, да? Все, поехали. Сбивать с толку. Я сейчас бит с толку. Сбивать с толку. А где ножи, посмотри? Это вот тут. Погоди. Вот тут нет? Что воткнуто? Это считается, ну, то, что любит ножи, нет? Вряд ли. Джиселла. Джиселла. Надо будет посмотреть по поводу Джиселлы. Может, кто не любит Джиселлу, а кто-то любит Джиселлу. Ее бы в пушку не засунули, если бы и любили. Так, ну Джиселла становится решающей, получается. Ну, потому что я не понимаю, что такое ножи. Ну, это точно не Джиселла, да, у нас? Смотрим. Ненавидит Джиселла. А ты? Ну, понятно, все. Так. Пропустить часы. Я больше склоняюсь к тому, что это Вик. Ну, потому что она ненавидит Джиселлу, а она в пушке.
А Даниэль, он по поводу Джиселлы ничего против не имеет. Но также ему нравится, что там, пушка, ножи, качать других, прятать других. Он не прятал других, не садил в клетку, блядь, не сбивать. Ну, с толку, может, сбивали. А она, фейерверки были, мячи были, шариков не было, пушка была, ножи хз. Сажать в клетку и сбивать с толку кровь. Ну, блядь, я думаю, это она. Просто проверим. Е. Все, я все. Я в этой игре спец. Все. Меня уже в этой игре не найдешь. Я уже все тут знаю. Ну что? Привет, мои потерпевшие. Нет, по-другому надо. Ну что? Привет, мои ходячие куколки. Помнишь меня? Это я тебя засадил. Где еще? Вот она. Ирис, помнишь меня? Я тебя вычислил в первый же час, как ты села в клетку. Все. Теперь нам остался лишь один. Детский сад. Вот по поводу него я вообще не уверен.